с родниковой. Саня, покажи, что ты замутил, а? Грязные руки мутишь? Рука грязная, да. Что у тебя за прикормка? Вода чистейшая. Что за прикормка? Секретная, ага, так, прикормка. Смотри, у тебя... Ничего себе, Саш! Вот твой секрет. Ты на фрутоняне мешаешься. Отвернем, друзья, подальше. Спалили Саню. Откроем. Он, оказывается, воду берет фрутоняня. Кто бы знал. Поэтому он всех облавливает. Секретное оружие. Так, а что у тебя за прикормка? Расскажи, покажи нам. Черная. Черная? Да. А черный кто? Просто черная. Ты сегодня с грунтом без? Без. Без. А почему? Говорят, надо в реке на фидо с песком ловить. Ты будешь сегодня с песком ловить? Я еще его не добыл. Не добыл? Далеко, далеко до песка. На ту сторону. А ты же добросишь туда. Я знаю. Так, зачерпни. Кормушку из-за ленты сейчас обмотаю. Ага. Сделаю, не зачерпну с той стороны. Круто, круто. Песка начерпаю, буду спокойно ловить. Молодчина. Клево всем, друзья. Сегодня 8 ноября. Мы с дружной веселой компанией приехали на реку Кубань погонять фидер. Надеюсь, что-то поймаем. Единственное, вода очень-очень мутная. Просто глина течет. Ну, все равно надеюсь, что-то поймаем. Погнали, друзья! Подо мной обрыв 3,5 метра, как мы сейчас померили ручкой подсака. А нужно как-то умудриться добраться до воды. Попробуем. Получилось. Надо приседать изначально. Добыл. Друзья, как всегда, начинаю с прикормки. Взял на пробу вот такую прикормку. Рыбец. Ни разу ее не открывал. Даже не знаю, чем пахнет. Вот первый раз. Сейчас вместе с вами буду открывать, смотреть, нюхать. Очень интересно. Ну, чувствуется стандартная основа. И еще что-то не могу понять вот совершенно. Ну, пойдет. Прикормка разноцветная. Вот такая вот. В ней и черные крапления, зеленые, рыжие, в общем, разноцветные. В итоге получится она довольно светлая, в мутной воде по барабану. Она будет в цвет мутной воды. Все, первый раз водички добавил, сейчас чуть постоит и продолжим. Так, о, взяла. И теперь моя кашка, друзья, обязательно. Пока еще каша работает, но скоро она уже будет лишняя при кормке. Нужно будет мотыль. Вода холодает. Каша у меня... Вот такая состоит из половинок гороха. Он до конца не сваренный. И зерен пшена. Они внутри твердые. Они недоваренные. Я специально такую кашку варю. Вот.
как я ее варю, можно перейти по ссылке, посмотреть. Специально такую варю, чтобы рыба ее кушала. Каждый раз после рыбалки с использованием каши дома, я когда чищу рыбу, животы забиты кашей под завязку. То есть она ее кушает, она приходит на нее, ей питается. Все, пока прикормка доходит, занимаюсь удочкой и поиском точки ловли. Вот такая прикормочка. Красивенькая. Большим количеством крупных частиц. Друзья, точку уже отбил. Тут, в принципе, все элементарно. Идет русло. Идет обратка. И по границе прижима с обраткой я и отбил точку. Заброс в районе 20 метров. Все рядно. Все быстренько. Все. Сейчас буду делать закорм. Положу 4-5 кормушки. Много не буду, потом буду ловить в темпе. Вот такая красавица. Кормушка стоит сразу великолепно, ни разу не прыгает, все отлично. Сказал Виталик и увидел, как кормушка поскакала, да? Есть, о! Значит, пока я здесь кино снимаю, здесь уже рыбов ловят. Сомик? У меня, кстати, яси жареный американец понравился. А она то карасей, не костлявые для нее не очень. А с последней рыбалки американцев как начала трепать жареных. Дела, баба, еще хочу. Не. Усачи. А, пискарь. Ребят. О, он дай. Не дам. Покажи пискаря. Смотри, какой огромный пискарь. Ого. Реально огромнейший пискарик. Я таких давно не видел. А говорили, в Кубани пискаря нету. Да, рыбаки дожились и спрашивают у меня, что за рыба. Саня, тебе на рыбалку брать нельзя. Ты же пискаря не знаешь. Ты, наверное, его последний раз ловил лет 100. Ясно. Ловить ты не умеешь, Виталик, видишь? Девушка уже пискарей наловила почти полную хату. Хату пискарей? А ты сидишь там все. Я не там, а тут сижу, не надо. Так, готово. Закормил. Сейчас вяжем крючок. Привязываю крючок. О, папа еще тащит. Рыба пошла, Саня. Ловить надо тебе уметь. Вот этот уже американец точно. Так, начну. Десятка на 0,18. Начну с него. Вот такой крючок. Гамакацу 10,50. С длинным цевьем. Поводок начну 30 сантиметров длиной. И насажу сначала красных опарышей 2. Одену их чулком. Вот так вот один. И второй. Длинный. Цевьё длинное, поэтому очень хорошо они насаживаются. О. Вот такая красота. А, вкусно пахнет. Сам бы ел. Ложкой бы не черпал. Ну. Первый пошел. На рыбалку, друзья! Подсматриваем за подсматривающим. Сильно не шевелись. Сидишь так, в бинокле не хватает, наблюдает за всеми. Да. Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу.
Пока тишина, решил собрать второе удилище с более тяжелой кормушкой и попробовать поставить чуть подальше в струю. Нашел точку ловли. Одно удилище будет стоять ближе к берегу, другое дальше от берега. Закармливать не буду, буду просто чаще перезабрасывать. Вообще аж глина. Что вообще? Вода аж. Глина? Как глина вообще. Говорю, на дальняк перешел. Так, какая-то рыбка. Саня, сделай доброе дело. Нажми вон там с торца кнопочку. А ты нажми туда. Вот, да, вот это вот, ага. Ну, сёмик хороший. Опа. А вы говорили, рыбы нету. А на чё ловил? На червя взял. Первая рыбка. Вот он, первая рыбка от нуля. Сбег. Убежал. И он сбег. Да что ты аж будет, склизкий и колючий. О. Так, это я сменил точку ловли. Ушел правее. Вот тут бурлячка. И у меня стояло в бурлячке. Я решил чуть-чуть за нее уйти. Одно удилище. И вот сработало. Так, я одной рыбой перебил ваши все, да? Нет. По весу. По весу. Оп-оп-оп, есть, есть. Кстати, вкуснее, чем в парке 40 лет, Саш. В парке 40 лет гадкие они, невкусные. А кубанские хорошие. Чуть поменьше. Еще один красавчик. Песни поет. Клюет сейчас ближе к берегу, но она дальше забрасывает. Дальше забрасывает. Ты попробуй забросить так, чтобы приманка примерно напротив меня приземляла. Даже чуть правее меня. Не запутаешься. Так, сейчас червя. Червь возьми, есть, Саш. Пробуй тоже на червя. Оп, 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 на вторую поклевка. Оп, есть. Этот на опарыша клюнул. Поклевочка. Есть, тут-то есть, 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 ребята. На опарыша поклевочка. Ушел правее. У меня тут вот бурлячка, она мне не нравилась. Я решил за нее. Вот этот маленький сомик. Ну, тоже рыбка. Такой небольшой, полный живот, Саш.
говорю, мужики сошлись эти. Оп-оп-оп, есть рыбка. Есть рыбочка. Да они никак, они остановиться не могут, разошлись. Они, наверное, сейчас его засыпят. ЗИЛ. Кто там бойки такое? Кто там бойки, Саша? Очень бойки. Очень интересно, кто там. Кто там? Оба! А вот и рыбец, Сань. Саш. Вот такие вот тут клюют. Ребята, смотрите, какой красавец. Вот это рыбчина. Вот такой красавец. На паре когда, да? На червя. Ну что, друзья, закончил рыбалку. Вот. Поймал 7 сомиков, 2 хороших. Остальные мелочевка. И вот такого красивого рыбчика. Без рыбки не остался. Что-то поймал. Вода очень-очень мутная в Кубани. Практически глина. Возможно, именно это и сыграло, что рыба стоит. Тем не менее, нашел, перебирал разные точки. Нашел место, где рыба клевала. Поклевала она на час и потом заглохла наглухо. Перепробовал разные места, разные насадки, дипы, все, полный ноль. И решили собираться. Так что, ребята, рыбку поймал, удовольствие получил. До новых встреч!